Потрескавшиеся после суровой зимы деревья в парке «Фабричный пруд» стали полотнами для художников. С одного ствола нам подмигивают хитрые лисы, с другого – веселый енот. При этом роспись деревьев – это не только арт-объект, но и экологическая акция. Она так и называется – парк-арт, и активно развивается в Подмосковье с 2016 года. Ксения Ивашина участвует в акции третий год подряд, а вот Светлана Лукьянова только недавно присоединилась к проекту. Этот год для меня дебютный. Я только в этом году начала раскрашивать деревья. Мы хотели украсить наш любимый парк на Фабричном пруду, придать ему некий более яркий, живой образ. Мы уже наблюдали на деревьях, на которые нанесли защитные рисунки, так скажем, что раны начинают постепенно затягиваться. Если это была небольшая ранка, то она может и полностью затянуться. Рыбы, звери, птицы, репродукции работ известных художников. Все это делает атмосферу любимого парка уникальной. Такие рисунки видели вот не так давно. Ну, может быть, в прошлом году появилась рыбка. Очень красиво рядом с прудом ребенок обращает внимание. Это очень здорово. Как говорится, двойной эффект. И польза, и эстетика. Будут нас восхищать своим искусством. Художники-экологи отмечают, что расписывать живое дерево – это особенное ощущение. Ведь дерево – живое, и работать нужно аккуратно и бережно. И чем больше картин в парке, тем больше спасенных деревьев.